Всем привет, с вами канал Кометаликс. Сегодня 1 сентября. Я хочу вам пожелать мирного неба над головой. Сейчас такое тяжелое время. Желаю, чтобы ни вы, ни ваши дети, ни ваши родители, никто никогда не знал, что такое война. Пусть с вами всегда будет мир и добро. Поскольку это день знаний, я желаю вам приобретения новых полезных знаний, успехов в учебе и всего самого лучшего. Так получилось, что у меня тоже на 1 сентября вот такой вот подарочек получился. Пришла посылочка монстряшная. И хочу показать вам, какие монстряшки ко мне пришли и какие обзоры вы можете ожидать. Поехали! Первая монстряшка – это Твайла из Coffin Bean. Это третья Твайла, которую выпустила фирма Mattel. Так что на нее будет не просто обзор, а сравнительный обзор. Ребекка. Очень люблю Ребекку. Вообще все, что связано с такими интересными механизмами, мне всегда это привлекало. Очень красивая, считаю, Ребекка в этой серии, также Coffin Bean. Красавица Венера. Очень мне она понравилась на промо-фотках, на домашних фотках. Вообще считаю ее очень красивой девочкой. Не во всех, кстати, выпусках мне нравится Венера, но в этой она хорошенькая. И то, чего я больше всего ожидала. Моя Гулия. Вообще серия Sweet Screams. Мне очень нравится, считаю ее очень удачной, очень интересной серией, так как, например, и, как же эта серия называется, «Страшные сказки», по-моему, если переводить на наши, ну, там, где Золушка у нас, Фрэнки, Красная Шапочка у нас, Клодин и Белоснежка Дракулаура. Тоже интересная серия, вот, это мне как-то тоже наравне вот с такой вот интересной серией. Просто надоели уже... Одни купальные серии, кофенбиновские, разные кафешки и так далее. Вот таких вот побольше. То есть я не имею в виду Sweet Screams там всех персонажей, ну вот таких вот интересных задумок. Ну и, конечно, Эбби. Эбби тоже красавица. Вообще серия Sweet Screams, она великолепна. Все четыре куколки у Фрэнки Дракулаура есть. Вот все они, я не могу сказать, кто лучше, кто хуже. Ну что, спасибо всем, кто посмотрел это видео. Обязательно ожидайте видеообзоры на новых моих девочек. А вам удачи, пока!